электричка делал. Ты отключил? Так, мы с Олежей все-таки решили поехать в бэк-кантри, потому что сегодня погода... Знаю, ну, фейл это или не фейл? Да, вообще мы сделали очень много спусков, мы устали, но там вышло солнышко, очень красиво светится то место, куда мы едем, и я думаю, что это знак, нужно ехать. Вот такая примерно погода, и мы не могли этим не воспользоваться и не поехать. Мы одели лайтовые шлемы, мэт-ромы, не зря мы их с собой взяли. Потому что в фулл-фейсе, даже в эндуровском, очень сложно. Мы в прошлый раз, ну, реально нам было тяжко. Сейчас уже более лайтово, водичку, чай, еду, все это обязательно с собой в бэк-кантри брать. Мы взяли. Уже на самом верху здесь все распогодилось. Очень красивые виды сейчас, и погода как раз отличная. Только что увидели ребят, которые поехали туда. Мы сейчас на тот торчок тоже заедем, посмотрим, что происходит внизу, для того, чтобы определиться, куда лучше ехать. Есть вариант или вот так вот попробовать как-то траверсами туда вниз, или вот так вот, возможно, туда какой-то траверс будет прикольно идти вниз. Сейчас вот с того холмика будем решать, но, по-моему, я уже вижу тех ребят, и они очень неплохо едут вот там вот внизу. Выглядит... Да, ну туда траверс идти, или вот так вот думать. Понял, я объеду. Тут на высоте кислорода мало, поэтому очень чуть-чуть сложно дышать. Получается, очень надо делать много редких таких частых вдохов. И это чуть-чуть помогает, но в целом это намного сложнее, чем в обычном формате. Вот эта высота, на которой мы находимся, 2752 метра. Но, несмотря на то, что здесь снег лежит и так высоко, довольно-таки тепло. Я снял курточку, сейчас еду в холм. Мы думали, что мы обманываем систему, оказывается, здесь есть трасса, вот она идет, можно даже туда куда-то лупануть, но у нас была идейка все-таки лупануть вот туда вот. А завлекла нас вот эта очень красивая тропа, и вот после того, как мы ее увидели, мы захотели вот здесь катнуть. Тут нету как таковой трассы проложенной, правильно, велосипедной, но она вот... Есть, но вот как-то ее, четко ее не видно. Но попробуем так. Да. Снег.
Ну что, это фиаско? Это фиаско. Стало чуть-чуть виднее, вот то красивое место, там нет никакой цивилизации, мы туда ехать не будем, потому что может быть очень сложно выбраться. Едем туда по траверсу, там все очень красиво и мило. Тут у нас начался уже альпинизм. В таких моментах, где вы не уверены, и есть страшные какие-то слеты вниз, лучше пешком спуститься и помогать себе велосипедом и тормозами. Это ваша дополнительная точка опоры. Вот так вот. Боком-боком. И я за него держусь. Все ок, все ок. Вот не оттуда. А, да, все, из домика. Прямо? Мы уже дома, небо начало снова затягивать, но у нас все было круто с погодой. Сейчас помыли велики, смажем цепи, чтобы завтра это утром не делать. И у нас есть гараж, где мы можем их оставить. Напоминаю, что жилье мы снимали через Airbnb. Если вы хотите снять себе жилье у местных жителей, и так, чтобы все было четко, понятно и прописано по правилам, то ссылка на этот сервис есть в описании. Пользуйтесь, на здоровье. Бобра, похоже. Да, это реально огромный бобер. А у него просто его побежит. Сейчас побежит и его будет видно. Не, спрятался за камень.